Сегодня 21 марта. 21 марта 1910 года в Самарском речном яхт-клубе состоялось организационное собрание отдела воздухоплавания. Был избран комитет отдела, рассмотрен его устав. Так в губернии начиналась собственная история воздухоплавания. А 21 марта 1918 года в Самару прибыл первый отряд летчиков и обслуживающего персонала 2-й воздушной бригады Балтийского флота. После признания советской властью независимости Финляндии пришлось ликвидировать базу морской авиации в городе Або. Теперь он называется Турку. Новым местом дислокации бригады стала Самара. Летчики разместились в здании бывшего духовного училища и стали подыскивать место для размещения гидроаэропланов. Однако довести до конца начатое им не удалось. Перед вступлением в город чехословаков гидроавиаторы эвакуировались на пароходе в Симбирск, а летательные аппараты, которые они привезли с собой в Самару, собрали и подняли в воздух летчики так называемой Народной армии Комитета учредительного собрания, правительство которого обосновалось в главном городе губернии. 21 марта появились на свет знаменитый русский композитор Модест Мусоргский, военный деятель, контр-адмирал, изобретатель, пионер авиации Александр Можайский, эстрадный артист и певец, руководитель оркестра, а также всенародно любимый киноактер Леонид Утесов, английский режиссер, создатель множества талантливых спектаклей и кинофильмов Питер Брук, титулованный бразильский футболист, лучший футболист мира 2004 и 2005 годов, Роналдиньо, действующий министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и другие знаменитости. С именинами сегодня не забудьте поздравить Афанасия, Владимира и Ивана. По народному календарю сегодня весенний солнцеворот или вербоносица. Наши предки особо почитали вербу, как первое растение, которое, радуясь весне, распускало свои цветы. Старались именно на вербоносицу наломать как можно больше веток вербы и развесить их в доме. На Руси говорили, что на весенний солнцеворот прилетают посланцы рая, жаворонки, принося с собой тепло. А еще в этот день подмечали, если облака плывут по небу быстро и высоко, то погода будет доброй. Также говорили, что если будет метель и снег ляжет на поля волнами, это к хорошему урожаю хлеба и овощей. Такими событиями вошел в историю 21 день марта. Всего вам самого доброго!